Ко мне. А Плаксина Александра Іванівна? Да, это я. Вы кто? Александра Іванівна, у мене до вас справа. А вот как. Ну, проходите, пожалуйста. Дякую. Книг немного. Мы с сестрой перестали их покупать, и я плохо вижу. Илья Стыбун, Киевское выдавництво «Литературная критика». Я вас слушаю. Пожалуйста, садитесь. Александра Іванівна, я розумію, що питання в деякій мірі делікатне. Ви не хвилюйтесь. Я не волнуюсь. Олександра Іванівна, вам, звичайно, багато про що говорить прізвище Коцюбинський. Зачем ви мене спрашиваєте? Это було очень давно. Это було в другой жизни. Я розумію, що є речі, про які не просто згадувати. Але я збираю матеріал про життя і творчість. Коцюбинського розмовляв з багатьма людьми і впевнився, що він був людиною неординарною. Да, ви праві. Він був необыкновенний. От саме про це я і хочу написати. Ви знали його більше, ніж будь-хто. Річ у тім, що у тому матеріалі, який я зібрав, є деякі білі плями. Ви ж розумієте, що це? Що ви просите розказати? О том, що касається тільки нас двоїх. Так, звісно. Це мої воспоминання. Олександра Іванівна, я розумію, але ніхто й не посягає на ваші спогади. Просто мені здалося, що про Коцюбинського мають і мусять знати. Хорошо. Я готов рассказать о наших отношениях. Не перебивайте, не комментируйте. Это было самое счастливое время в моей жизни. Я поступила на службу в Черниговскую земскую управу. Он служил там же. Но я сначала на него даже не обратила внимания. Такой невысокий, худощавый, и ходил как-то чуть-чуть наклоняясь вперед. Меня мучили сомнения. В бюро говорили, что Михаил Михайлович легко и быстро увлекается. От мысли о том, что Коцюбинский просто развлекается, мне было больно и обидно. Не выдержала, пишу вам. Когда впервые увидел вас, я совершенно не спал всю ночь. Меня даже зазнобило. Поверьте, мне было приятно думать о вас. Мне показалось, что я теперь стою перед новой книгой жизни, робкий и нерешительный.
Как мне необходимо, какую потребность я чувствую видеть вас, слышать ваш голос, быть вблизи вас. Но однажды в дверь постучится завтра, и уже ничего не исправишь. А прошлое окажется далеким сном. И я вам не надоела своей болтовнёй? Ну, что вы. Это прекрасно, что мы говорим о нем. Я так привык видеть вас. Нет. Слабо сказано, лучше так. Вы мне нужны как воздух, как вода. Жду вас сегодня в 7 часов вечера на бульварчике возле Красного моста. Я почувствовала, что он мне нравится. Но я гнала от себя эту мысль. Потом я поняла. В мою жизнь ворвалось что-то очень серьезное, очень важное, прекрасное одновременно, причиняющее боль. Щасливі будемо, сховає нас весна, і в змові з нами будуть в небі зорі, злетить коханням пісня голосна. Думки всі стануть, мов янтар прозорі. Посмотри, как красиво небо в своем величии. Где-то там звезды. Я, когда училась в гимназии, я не могла запомнить ни названия созвездий, ни даже самых ярких звезд. Звезды как люди, Шурочка. Ты позволишь мне тебя так называть? Да, мне это будет приятно. Они рождаются во мраке космоса, переживают детство, испытывают перемены. И тихо угасают. Как интересно. Но они безмолвны. Нет, нет. Мы просто не слышим их голосов. Они полны звуков, рождающих причудливую симфонию со своим ритмом и рисунком, необычным щебетом, похожим на пение птиц и наката эха. Вот мы стали с вами ближе. Давайте запомним эту дату. Я признаюсь, еще в самом начале нашего с вами знакомства я прочла ваш этюд. «Цвет яблони». Вы мастерски владеете искусством слова. Я хочу понять, как вы это делаете. Это будет нелегкий труд. Учиться. Я научусь.
Обязательно научусь. Я пока только уловила очарование украинского языка и попала под ваше обаяние. Я вас кохаю, Шурочка. Вы мне тоже. Я вас тоже люблю. Дорогою ціною. То Невіл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паша і спочинок могли зробити щасливим. Ярмо було накладене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром і з невтраченими ще смаком волі широких просторів. Во время наших встреч ти веселий і легкий. Шутиш, смієшся, зажигаєш, превращаєш мене в частичку світу. Наше время ограничено, однако оно наше. Пусть даже поцелуями, даже без слов, а иногда быстро шепнешь мне, что наполняю твою жизнь светом, как солнце воздух в полдень, и не можешь даже мысленно не целовать меня. Я тебе благодарна. Взагалі не зрозуміло, нащо і для кого український письменник пише. Ніякого пожитку з того він не має. Та може, перестанемо дурити себе, що нас читають? Як ти себе почуваєш? Добре. Він йшов у ярмі, скорившись силі, хоч часом з гніву очі йому наливались кров'ю, і тоді він ховився ногами і наставляв роги. Мне иногда думается, что оба мы ненормальные. Право, такими мы должны казаться тем, кто узнал бы нашу переписку. Пребываю в жалком одиночестве. А еще наша переписка приводит меня к неутешительному выводу. На три моих письма ты почему-то отвечаешь одним. Что-то не так? Если тебе не хочется писать мне, то снизойди хотя до резолюций, как это делает наш управляющий. Тогда я хоть буду знать, что не пишу в пустоту. Я хотел сказать...
Милая Шурочка, мы настолько слились духовно, что наши мысли передаются на расстоянии. Ты должна понимать, что когда любишь, то тысячи вопросов приходят в голову. Хочется все знать о любимом человеке. Наши с тобой короткие встречи и переписка иногда и меня наводят на мысль о том, пройдут ли они бесследно для нас. И если не бесследно, что мы принесем друг другу? Радость или страдание? Я шарахаюсь в сторону от таких мыслей, закрываю лицо от волнения ладонями и чувствую, что долго без следующей встречи выдержать не смогу. Без тебя я чувствую себя одиноким. И знов складаю я листи, і знов душа моя жива. Нарешті вирвалися в світ новонароджені слова. Замри, прислухайся на мить, я кличу здалеку тебе. Чи розрізняєш голос мій? Чи злився з іншими тепер? Не выдерживаю. Не могу не повидаться с тобой. Если бы ты знала, как мне необходимо это. Какую потребность я чувствую видеть тебя, слышать твой голос, быть вблизи тебя. Я проходил невдалеке от твоего дома. Остановился напротив. 40 минут ждал, думая, что выйдешь. Стемнело, и я потерял надежду увидеть тебя. Увидел только мягкий свет лампы из-под голубоватого абажура, гардину и больше ничего. Но все же я этим счастлив бесконечно, зная, что ты меня любишь. Тебе кажется, что я родилась, чтобы наши души встретились на земном пути и могли слиться в большом чувстве, сильнее которого ничего нет в мире. Это дает мне повод на непринужденную, искреннюю улыбку, которая посвящается тебе и могла бы превратиться в настоящий поцелуй, если бы ты был рядом. У меня досадная ситуация с твоим самочувствием. Я не имею доступа к тебе, не могу мыслить о каких-то действиях, только и могу, что переживать. Хуже всего, что ты не только работаешь на себя, но и не отказываешься от общественной повинности. Как тебе убедить этого не делать. Как я тебя люблю, Шурочка. Я весь дрожу, говоря эти слова. Как я хочу, мучительно хочу поскорее увидеть тебя, услышать биение твоего сердца, почувствовать хотя бы маленькую ласку твою. Сегодня
полугодовой юбилей нашего поцелуя. Я так ждала этой встречи. Я тоже ждал нашей встречи. Посмотри, красиво кругом, не правда ли? А давай пойдем за мост к Десне. Там, говорят, так красиво, или к причалу у Десны. Выбирай. У тебя холодные руки, озябло? Нет, день был трудный. Мне с тобой так хорошо. Мне с тобой тоже. Вы перестанете меня уважать. Это ужасно. Мне стыдно перед вами и страшно перед будущим. Почему ты так говоришь? Почему я перестану тебя уважать? Я же вам говорила. Я так долго боролась со своей совестью. Я же вас умоляла. Все хорошо. Я люблю тебя, мое ненаглядное солнышко. Вы самый добрый, умный, самый лучший человек на свете. Говори мне ты. Мы же давно договорились. Не смогу. Но почему? Ну, вы... Ты не поймешь никогда. Я боялась даже мечтать о тебе. Но потом я представила, как всю оставшуюся жизнь я корю себя за несмелость, за ошибочные сомнения, за превратную порядочность. Я проиграла спор с самой собой. И теперь скажу честно, совсем не жалею. Голубка моя, радость моя, сердце мое. Нас ніч веде у завтра через сни. Застав себе заснути і чекай. Прийду до тебе маревом весни і боса поведу за небокрай. А ранок мрії принесе земні. Прокинися в очікуванні знов і дякуючи ночі і мені. Ти зрозумієш, що таке любов? Мене втомили люди. Повідчиняти вікна, провітрити оселю. Нехай увійдуть в хату чистота і спокій. Почув велику тишу. Вона виповняла весь двір. Таїлась в деревах, залягла по глибоких, блакитних просторах.
Інколи треба дати спочинок зболеній душі. Я не маю вже краплі гарячої крові. Ви бачите, я навіть не червонію. Лице моє біле, як і у вас, бо жах висмоктав із мене всю кров. Я втомився. Течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. Безкінечні стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах. Я тепер маю окремий світ. Так протікали дні мого інтермесу серед безлюддя, тиші й чистоти. І благословен я був між золотим сонцем і зеленою землею. Благословен був спокій моєї душі. З-під старої сторінки життя визирала нова і чиста. І невже я хотів би знати, що там записано буде? Життя триває, воно розгортається чистим аркушем нового початку. Голубка моя, имею огромное желание написать о необычном народе гуцулов, рассказать о их древних языческих обрядах, о их буйной фантазии и языке. Это будет поэтическая драма о большой любви. Ти в порядку? У тебе нічого не болить? Це я так, притомився. Вечеряти будеш? Ні, не голодний. Де це тебе все годують? Діти скучили. Треба їхати на Гуцульщину. Задумка є. Я так заздрю тобі.
Ти їдеш в чудовий край. Ні на який не схожий. Перестань. Ніби до Америки їду. І справ-то у мене на тиждень-два. Їдь. Тільки ненадовго. Я не люблю розлук. Теперь 6 утра. Я уже давно встал и успел поработать. Вчера, как водится, на сон грядущий, перечитал твои письма. От них исходит пьянящий запах твоих духов. Всюду запах духов. Всюду неотступно со мной. Я под впечатлением пребывания на Гуцульщине, волшебный край. Здесь весь мир как сказка, полон чудес и тайн. С утра до вечера смотрел бы на красоту гор, верхи которых голубеют в небо, вдохновляя синью еловые леса и кипучий Черемош. Береги себя, мое солнышко. Ведь ты не только своя, ведь ты и моя. Мне так хорошо было всегда считать, что ты меня любишь. Обязательно расскажу тебе о местных верованиях. Расскажу о русалках, выходящих из воды на берег, чтобы петь песни и сушить бледные тела свои на камнях в реке. Я весь серед своїх героїв, живу їх життям, поділяю їх гори і радощі, говорю їх мовою і відданий їх інтересам. Захлинулася смутком навіяна тиша, кольори відійшли. Світ знов став чорно-білим. Вибачте, закурити буде?
Серед сірості днів тільки спомин залишив тиждень щастя, коли ми любити посміли. Дай я погляжу на тебе, Шурочка. Погляжу ще раз. Хорошая вы моя. Нет, я не хорошая. Я теперь ночами не сплю, все думаю и думаю. Так тяжело на сердце. Это хорошо, что ты уезжаешь в Киев. Нужно подлечиться. Как же мне жить теперь без тебя, Шурочка? Тяжело. Ничего. Начнешь лечиться, заниматься собой. Все отойдет на второй план. Главное, что тебе станет лучше. Да, ты права, это должно пройти. Хотя не уверен. Я буду думать о тебе и вспоминать каждый наш день. Оставайся. Прости, если что. Не говори так. Господь с тобой. Приехала. А я вот каков. Думали мы с тобой... Не надо об этом. Как твое здоровье, как ты устроился? Я потерялся весь. Так и живу. Что ж, я тебе не предложил присесть. Садись, Шурочка. Здесь будет удобно. Благодарю вас. Будь ласка. Сейчас будем пить чай. Какая прелесть. Как ты себя чувствуешь? Ты мое солнышко. Как поживает Чернигов? Хорошо. Еще месяц и придет весна. А там расцветут каштаны. А я и не надеялся, что ты приедешь. Я здесь еще несколько дней и поеду домой. Как все же твое здоровье? Все так же. Знаешь, мне очень надоел этот спектакль. Но как-нибудь дотерплю. Мишенька, милый, я теперь тебя никому не отдам. И не отдавай. Держи меня крепко-крепко. И не отдавай. Бариня, будь ласка, закінчуйте побачення. Побачить професор будуть і у мене, і у вас неприємності. Як? Ми тільки зустрілися, а вже закінчуйте. Почему заканчивать? Мы ведь не сказали друг другу и двух слов. Да, так и не наговорились. Может быть, все-таки попьешь чайку? Не сейчас. В другой раз. Я многое бы отдал, Шурочка, чтобы увидеть тебя. Мне очень, очень нужно увидеть тебя. Благодарю тебя за то изумительное блаженство, которое ты мне даешь. Потом была война. Затем какая-то страшная неразбериха. Снова война. Но я уже была далека от всего. Единственное, что у меня осталось, его письма ко мне. От первого до прощального. Однажды я закопала их во дворе. Дома. Молодой человек, что вы смотрите на меня так? Я на 17 лет уезжала в Москву к родственникам. Что, по-вашему, я сделала не так? Я хочу, чтобы таким
каким знала его я. Узнали все. Поэтому, молодой человек, они ваши. Дякую вам. Вот и все, моя нежная, чуткая и преданная Шурочка, мой главный в жизни человек. Твои письма всегда мне были нужны, как воздух. Они такие милые, искренние, добрые, похожие на тебя. Приносили мне много радости. Все, что ты писала мне, я сохранял в своем сердце. Бумагу же придавал наиболее почетной и красивой смерти — сожжению. Прощай, мое солнышко. Запомни на всю свою жизнь. Я тебя любил. Искренне и нежно. Я целую твои глаза, твой носик, твои губы, твои руки. Спасибо, что ты у меня была. Прощай, голубка. Твой Михайло.